У пациента вторым рядом прорезался нижний постоянный зуб. Молочный еще не выпал. И у любого нормального родителя шок. Родители бросают свои дела, звонят в клинику, требуют внепланового приема. Это нормальная реакция. Но, уважаемые родители, так иногда бывает. И если молочный зуб не выпал, не нужно торопиться его удалять. Дело в том, что такая ситуация может сохраняться без вреда для положения постоянного зуба до 3 месяцев. И естественно, если вы ни разу не были до этого времени у ортодонта, целесообразно показаться. Но, скорее всего, доктор порекомендует подождать. Как в этой ситуации? У пациента через месяц зуб начал шататься и выпал самостоятельно. Без каких-то дополнительных мероприятий со стороны ортодонта, постоянный зуб занял свое место. Дело в том, что тот зуб, который наклонен внутрь, он подвергается большему давлению языка. И язык, и мышцы окружающие делают за нас всю работу. Поэтому без паники, если не были у ортодонта, покажитесь, но в плановом порядке. И не торопитесь удалять такие зубы.